Давайте рассмотрим, как можно настроить такой вот сетап. С его помощью можно будет легко настраивать юбки или там воротники и подобные риги. Можно будет настроить, куда-то установить его, и он будет работать. Можно сделать, чтобы он не сразу срабатывал. В таком диапазоне нормально работает, а потом немножко дальше начинает срабатывать. Он, в принципе, довольно простой и стабильный, что мне понравилось. Можно это удалить, или давайте просто расскажу, как он работает сначала. Например, у нас здесь есть три локатора, и мы будем измерять вот этот угол. И просто обычным setRange нодой будем ремапить диапазоны, то есть от градуса на вращение джойнта. Здесь на каждый джойнт подключен результат с ремапа, и таким образом он, в принципе, работает. Когда у нас угол становится меньше, то есть мы сюда отводим, он увеличивается, вот этот угол, несмотря на то, что, например, тогда он больше угол. Теперь можно удалить и сделать три локатора. Один будет у нас как, ну, рука либо нога, а второй как бы в направлении, да, куда будет идти джойнт. Для каждого джойнта нам нужен будет такой вот локатор. И теперь создадим ноду Angle Between. Написал. И здесь есть вот входы для двух векторов. И давайте теперь сделаем эти вектора с помощью ноды плюс-минус average. Сделаем вычитание и добавим такие значения. Мы подключим входящую позицию, мировую позицию на 0, и от этого локатора мировую на 1. Теперь дублируем ее и точно так же подключим сюда, и теперь их мы как раз подключим на угол, на измерение угла. И теперь можно создать ноду setRange. И в нее подключить угол. Вот сейчас она говорит, что у нас есть 90 градусов. Мы можем создать теперь два джойнта. И повторить, в принципе, такую штуку, вот когда мы сюда 90, чтобы он не давал нам 90, то есть мы говорим, что угол 90 старый, от 0 до 90, и максимальный это будет, то есть минимальный это будет 90. Теперь подключаем наш joint, это будет у нас вращение по иксу. И теперь adjoint поворачивается как нужно, а сюда не поворачивается. И также, например, когда мы будем уводить в сторону, то он будет отъезжать, в принципе, то, что нам нужно. И чтобы, например, сделать, например, если у нас adjoint где-то здесь будет, чтоб не сразу, мы говорим от
минимальная старая 50 будет. Вот. Нет, как-то неправильно. А, максимальная 50 таким образом, да. И он теперь будет срабатывать только от 50 градусов, а не от 90. И точно так же мы делаем в каждом направлении, и оно будет работать.